Так, всем привет, зрители Баро Джемперса, с вами Рома93, и сегодня я продолжу проходить Super Mario Bros. X на ПК. В прошлой части мы остановились на уровне Марио Броса. Ну, это, который... Блок Боу, и там 4 трубы, и вылезают эти черепахи, и эти всякие, но там более измененные. Сегодня я пока один. Это не страшно. Да, давайте начнем. Так, привет, Филболт. Привет, Дэнни. Привет, мистер доктор Марио. Конечно. Ну, я решил постримить, а то чё... Чё в БДЖ пропадать? Вот я решил... постримячить немного. На крайке турнир по МК9 идет. Надеюсь, на PS3 или на ПК версии турнир проводит. Это, конечно, ты правильно пришел, Дэнни. Что ты преданный фан БДЖ. А чё, некоторые неправильно говорят, что ли, ник мистер доктор Марио? Привет, да, Филь. Ты уж нас извини, то, что мы тебя не видим и не читаем от твоей... Ты просто в чате не появляешься, вот поэтому... Неправильно подумали. Так вот... я хочу вам одну вещь рассказать сейчас. Сейчас только дойду до одного места. Вот видите, я теперь полностью енот. А запасной костюмчик, это он молоточком кидает. Сейчас вам покажу одну вещь. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. Так, вот. Вот в этом уровне ретровилля я нашел секретное место и открыл вот эту бонусную зону, где там могу затариться пауэрапами недалеко. Мегафиг, куда фича будет. Ну это фан-игра-то, они. Ну как бы не тедовский фан-игра еще. Сейчас будет, мне какая-то фича будет. Смотрите, сколько я жизни набил в прошлой части прохождения. Да, как бы уже начался он.
Воу-воу-воу. Тут некоторые враги из первого Марио, ну, оригинального Марио Брос. Он же Мистер Мэри. Мистер Мэри Пайплайн. Муху проглотил. Ай! Нет! Фух. Вовремя сел на эту ёж. Надеюсь, меня хорошо слышно. Так, отлично. Для меня Марио всегда доктор. Ну правильно, чё. А, все отлично. Так, сейчас подождем, пока этот черепашка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Куда ты? Придется пока без этого, без Йоши. Зато мы сейчас будем всех месить молоточком, и, конечно, мы не потеряем. Ай-яй-яй. Лол. Доставщиком пиццы. А, блок провалился. И строителя. Не, пусть цветок у нас на всякий случай будет. А, куда ты подкатился? Вот. А, тут это... Блин. Блин. Крабик. Какая муха мультяшная. Воу. Я, конечно, понимаю, это не трубы, но не так уж сильно надо. Это вжик. А, точно, это вжик, точно. Точно. Чё он тут забыл Супер Марио, непонятно. Подрабатывают, что ли? Во, босс. Попробуем завалить. Есть. Все. Быстро. Бронированный Марио тащит вообще. Куда дальше идем? Домик. А, дом с привидениями. Do not enter, то есть не входить. Зря, зря это сделал. Я помню, в World такая хрень. Так, будем стараться на них их игнорировать. Постараемся. Блин, это же... Что за сферы? Какие сферы? А, это... Так из этого... И старого Марио, когда убиваешь этого босса, ну, девочку-дракониху, и попадает из живота вот эта сфера, которая заканчивает уровень. Подожди. Подожди, а чё это? Чё делают?
Сейчас посмотрю что. Сейчас. Так что, ребят, времени у нас вообще вырезали. Теперь мы можем не париться насчет времени. Можем спокойно. Блин. Так, погодите, сейчас мы. Сейчас мы придем за поварапами быстренько так. А это недалеко сейчас. Сейчас через пустыню, через. Здесь другой еще уровень. Точнее, мир. Если не идет на Твиче, лучше смотри на сайте BarrelJumpers.ru. Фил. Да, даже Дэнни сейчас тебе скидывает. А, вот еще что. Все, погнали теперь. У нас 95 жизней, поэтому мы не зальемся. А ты уверен, Дэнни? А ты скажи, в чем отличие, а то просто. Мне он нравится из-за того, что он хорошо так вот. Вот, сейчас покажу. Вот так вот. Прессует. Не прессует, а вот так стучит. Цвет круче. Гламурненько. Гламура очень много. А я мышка забыл убрать. Что-то я не посмотрел. Да ладно, чувак, слушай, он просто так пошутил, может, не знаю. Так. Так, а если. О! Я могу привидение замочить этими молотками. Удобненько. Вот я зачем и пошел за поварапами. Чтобы всех тут замочить. А этого можно смочить? Можно. А, надо мне надо сейчас идти. Так, а как я пройду? Надо подумать, как мне туда пройти. А! Подожди-ка. Сейчас, я понял, как надо пройти. А я уже заходил, там... Все равно к началу идешь. Вот сюда надо. Так. Обманутая дверь. Опять меня к началу выбросила. А,
А, вот она как, да? Талку вы придумали. Что тут? А! Бежим! Секретно это надо бежать, так как это, можно сказать, это выход. Ну да, это что, не с первого раза заметил, что это дом с привидениями? Из Mario World. Тут просто от первого до третьего World соединили воедино, и получилась вот такая вот игра хорошая. Где можно некоторых врагов убить тем оружием, которое не суждено в Ворлде. Вот, например, я вот мочу им этого привидения молоточками из третьего Марио. Потому что это самое охрененное оружие. Это, точнее, пауэрап. Ну, оружие тоже хорошее. Ты как не попаду в него. Тихо. Главное не торопиться. А зачем ли... А, тут надо что, летать, что ли? Ну-ка. А ну зачем нам листок? У нас вот кто есть. Сейчас надо какие-нибудь хорошенький разгон взять. И устранить вот этих призраков, что мешают тут. На кота? А может, когда берешь листок, он превращается в кота? Или наоборот? Не, вообще, по идее, это енот. Костюм енота. Так. А что, надо куда-то там летать, что ли? Подождите-ка. Так, давай. Кто придумал стримы? Интересный вопрос, Дэнни. Блин, эти призраки появляются без конца. Мне придется вернуться. Сейчас. Не волнуйтесь, может, я найду тут выход. А, вот она что. Все, я теперь понял суть. Лол. Схомячил. О, не до ёжик. Интересно, что там в этом блоке? А, листочек. А чё Пакман цветок превратился? Лол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я тебя уведу, блин, ёж. Козлина какая, а?
Какая зараза-то? А я ж не забыл, что тут еще можно дергать. Воу, не-не-не. Фух. Вот это редька. Ну ты... та да да та 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 да ты та та ты на тебя редьку. Не, не надо, мне не надо ядовитый. Чем его ударило это? О, просто в самый раз. О. Есть! Так, сейчас мне вернуться надо за пауэрапами. Репу ешь? Зачем мне репу жрать? Конечно, они плохо сделали, что когда ты большой, сразу в маленького. Сделали бы, чтобы он потерял пауэрап, но не рост. Нет флейт в третьем Марио. Зато есть звезды, кстати. Мистер Доктор Марио. Вот эти звезды, которые в Start War, вот как его там. Давайте на розовом погоняем. Хотя не, мне больше вот это нравится больше. Тыдын или телепорта? А. Долго шагать это до пауэрапа, а здесь недалеко пауэрап располагается, поэтому... Чем Йоши отличается, я не знаю, честно тебе скажу. Дэнни. Синий Йоши какой-то очень быстрый и резвый.
Хорошо его прессанул. Оригинальный? Ну, я не знаю, какого он оригинальный. Просто? Вот так вот. О, я могу его взять и выкинуть. Козлин, ешь ему его. Что там за пауэрап? А, цветок. Классический пауэрап. Да блин, ну то... Что-то не попадаешь-то к нему. Во, попал, отлично. Дабл килл, блин. Йоши, и кратко, и Оши. Вы даете, блин. Соник? Ну да, это его корни, собственно. Опять этот хрен моржовый. Так, главное не потерять. Ну, без разницы, как писать, главное понять. Йоши, ну. Ну, если на русском, то буквой Йо тогда пиши. А так... Ой, тут этот... На тебе. Офигеть, только я так чекпоинта добрался. Главное вовремя зацепиться. Надо устранить этих. Хотя, зачем их устранять, если я сам их прошел? Прошел препятствие. Во, отлично, отлично. Ну да, ты прав. Доктор Марио, да, прав. Опять этот хмырь, на тебе. О, а чё тут тот забыл? Better move quick. А, падающие. О, окей. Чё? Быстренько разобрал. Куда мы идем? Угу. Shall Heaven. Панцирные небеса? Ух ты! О! Оригинальный Йоши, что ли? А это мы что, вон, что ли, попали? Или куда мы попали? Ай-яй-яй! Тихо.
Это оригинальный еж. Змей с крылышками сожрал. И чё это, справа налево что ли идти? Что он делает? Яблоки используются как это. О! Ну, конечно, это хорошо же. У нас 8. Ну, неплохо, неплохо. Но постепенно прибавляется. Интересно, что за труба? А, чекпоинт. Действительно. О, желтенький. Ну правильно, что, ну. Ребят, что он делает? Зачем он пинает свой панцирь? Он не охренел пинать. Ну правильно, что оригинал. Зачем мне? Мне синий и зеленый нравится. Как оригинальный. Синий нравится за его быстроту и за то, что он хорошо прессует. Так вот. Нажимаешь вниз, он так резко вниз падает, типа. Ай-яй-яй! Да ш. Ты зараза какая, а? Ну, мне Дина тоже нравится, кстати. О, красненький. А красный вроде... Я не помню, какой красный способность. Не синий, а фиолетовый. Ну... ну, без разницы, да. Пурпурный бы назвал, короче. Ай! Зря попинал. Слушай, ты знаешь от... Мистер Доктор Май, ты знаешь откуда... Ледяной цветок, откуда он? Из какого Марио? Ну или все там, кто может, кто знает. Не обязательно одного спрошу. Зимний? Я что-то в синего не замечал, кстати. Зимний цветок. Ледяной, точнее. Я что-то в Волге не встречал. Тихо. Не долетело. Перелетело. Ай-яй-яй. Ай. Зачем я на ёж сел?
Ну да, я сказал. Просто, может, из какого-то оригинального Марио он существует. О, опять кораблик. Так, мне надо подготовиться. Этот кораблик. Марио рубит лес. А зачем? Валенфи, ты бы еще сказал, Дэнни. Уровень называется Десак. Отстой. Уровень отстой. А может, лапти у Йоши? Лапти еще из лапши. Прикол. Да-да-да. А, привет, Враскан. Не разбираюсь. Первые три части, второй и как японский RPG, я бы сказал, что это лучше на третьей, если бы написано, что про X-часть. Правильно подметил. Так, я сохранюсь здесь. Что-то новенькое, тут танки здесь. Ай-яй-яй. Ай! Упал! Почему Star Fox? Star Fox? Тогда давайте сделаем так, Йоши тогда не берем, а возьмем. А то все говорили за Мегамена X и Мегамена X. Ну, он даже хорошо подметит, что это Star Fox.
Да, в Ивраском. Пригодится. Пока мы Ёши не возьмем с собой. Или хотя подожди. Я же сохранился там. А, блин, не так я сохранился. Ладно, ладно. Такая жестокая музыка. Нас и так по-прежнему 8 человек смотрит. Или прибавилось уже? О, привет, Иваш. А, 9 уже. Куда он катит? А что за Star Fox? Star Fox? Что за игра такая интересная? И, конечно, если считаете интересной. Просто так по музыке угадали, что это Star Fox. Ну, игра есть такая. Ага. Значит, вы в нее играли, по идее. Ну, игра есть так. Это один персонаж. Даже один персонаж на самолете летает и делать барл ролл. А, ну бочку делать, я понял. Это мне про бочку знакомо, я еще в Burnout Paradise такие бочки. Ну, редко такие бочки делал на машине. Ай. Космос. А на чем она вообще? На каких консолях-то? Ты козлина какая, а? Лол. Это же Маузер. Твою мать. Маузер, сколько лет, сколько зим? Ай. А, Супер Нинтендо. Спасибо, учту. Посмотрю уж. Есть! Ура, я пошел. Это было сложно, скажу вам. На GameCube на 64-м. А,
Вот они еще где. Сейчас я затарюсь поворотами, чтобы не так маленьким не бегать. Не, могу, конечно, уровень пройти маленьким, но там иногда бывают сложные препятствия. Поэтому пауэрапы нужны. Да, но только цветом, ведь да. И способностями еще Йоши отличаются. Ну и полом, да, тоже согласен. О, черт. Два пауэрапа взял, из них только один сработал. Прикиньте. Так мне хватит, па. Дом тогда похож на гриб. Так это и есть дом, похожий на гриб. Изнутри. А. Тогда понятно. Так, эту местность я уже все прошел. Сейчас мы идем дальше. Так, как раз труба. О! Вот это я его никогда не видел. Подводный варп. Никакого. Да ладно, подводы что ли? О, да. Интересный уровень, кстати. Так. Пляж. Кусты танцевали. Почему тебе страшно, что же танцевали? Наоборот, весело. Страшно это скримеров пугаться. А, Йоши так не боится, что ли? Что-то я смотрю, что-то хожу по этим. Типа он говорит, я бросил все моих жаба-монет, ты должен найти их и принести мне, я дам тебе награду. Ты тварюга, а? Ай-яй-яй.
Что-то они... Только плавает. Я никогда не видел, чтобы так вот заканчивал игру. Old School Plumbers. О, да здравствует первый Марио. О, молодец, что ты сварил свой пельмешек. Приятного аппетита. Тебе, Дэнни. А пальму-то рубят, ты смог бы срубить танцующую пальму. А, и посадить, да, чтобы вырос. Я бы не против. А я пачку крекеров и чай. Ну, тоже вариант, кстати. Мы, доктор Май, тоже вариант. Что-то все пираньи тут разлетали. Расплылись, блин. Но все равно, я знаю, 40 пельменей бывают еще маленькие. О, вот этого я ненавижу просто. Вот этого хмыря, вот этого. Вот этого. Так, надо ждать. Да блин, задел меня все-таки. Толстый. Худеть ему надо, вот чего. Блин. Ай-не-не-не, тут копа. Ого. Надо Марио Найн спортом заняться. Но может он не только пиццу ест, а может спагетти ест, равиоли. Ай-яй-яй, зачем я? Ну ладно, стараюсь. Принцесса просто борщ вкусный варит. Типа, одолеешь зло, я тебе накормлю борщом. А я не знал, что принцесса Тосту умеет готовить украинскую еду, борщ. А почему обязательно борщ? Может, она щи готовит? Так, главное успеть. И ну чё этот предстал-то, а? Розовый. Убился, что ли? О! Это хорошо, что... Может это сбить, может там что-то есть? Ой!
Не-не-не-не. Не надо вот это. Не, этот грибок не надо. Пусть это застревает. О! Борщ круче. Ты! Отлично. Не Марио мисс из миссинка, а Марио из худеет. Охренеть, еще он как он передвигнул. Рандомный водяной уровень называется. И уже сразу первый слив. И, а еще эта игра вышла бы на смартфонах, и самым Марио был бы владелец. Ну да, было бы такое. Да что? Да. Стоп. Ну, я думаю, к 5 часам. Так, не обращать внимания. Просто в 5, ну, в 5 я и так планирую закончить стрим в 5. Чё, суп? Хватит орать. Зачем? Чё я должен орать? Если у тебя плохой звук, ну, если у тебя плохой звук, чё, суп? Зачем? Зачем? Может, не обязательно? А может, не обязательно, может, что-то другое? Не, больше, отпич! А, с кусочками гумбы, да? Да? С кусочками гумба и... И с кусочками купа. Вот этих, маленьких купа. А, не-не-не. Даже это нереально, кстати. С кусочками гуфа. Ну, гумбочки вот этих маленьких. Так, я здесь. Супер Принцесс Борщ. Что за новая игра? Типа, накорми Марио борщом? Или что? А на завтрак омлет из яиц Йоши. Ну ты изверг, блин. Доктор Марио, ну ты изверг, блин. Ай-яй-яй. Блин, не допрыгнул.
Не куриный можно. Пожалей хотя бы Йоши. Меня присанули. Странный уровень-то. Вымирающий вид. Может, я наверх? Ну ладно, снизу вода глубоко, наверху уже не было чем прессовать-то. Вот и я тоже думаю над этим вопросом. Что может вообще прессовать? Так, ладно. Сделаем по-другому. Что там опять? Что? Хорошо, хорошо. Магнул. Напишу самый страшный враг всех игроков в крае экрана. Это точно. Да, которого победить вообще нельзя. Это вроде другой остров. Но так же ведь... В третьем Марио так же. Марио ты в третьем тоже то же самое. Так что... В третьем Марио то же самое практически. Так что привыкай. Перемалыватель ландшафта. Прикол. Отметку. Ладно, тогда я до полпятого тогда доиграю, и а то суп горит. Нет, я дверь закрывал. Ну ты сказал ему, конечно, Доктор Марио. Да горит. Почему тебя все горит вообще? Не, там потом приедут там. Папа с братом нам приедут, помочь надо им сходить.
А чай прет. Что за такой за чай пьешь? Может, мне тоже попробовать дашь? Крепкий, а вам есть 8, чтобы чай успевать? Да мне вообще 21. Чуть-чуть не доплыл. Этаж. А, так у меня есть запасной пауэрап, сейчас им воспользуюсь. Да как вообще? Холмы без глаз. Так. А, я забыл. Все, теперь понял. Я разгоняюсь и плыву. Все. Че это торможит? Расскажи анекдот. А я не знаю никакого анекдота. Не, ну знаю, ну что же, ну... Сложно придумать, какой анекдот рассказать. Да ладно. Всё ж... О, привет. Привет, мисс. Привет, Super Mario World. Это не World, а Bros. 3. Музычка-то. Thank you.
Давай расскажи, что тебе попалось в киндере. Не знаю, что мне попалось. А мы так, с другом решили купить по киндеру. Там попалось из трансформеров этих роботы. Так, я здесь. Так, у тебя Marvel, да? Понятно. А какой именно Marvel-то? А, нельзя? Ну что, придется попробовать нам. Да не, я понял, я именно какой герой у тебя попался. У меня, например, Бамблби попался. Как удачно. Веном? А, ясно. Эдди Брок. А, ну-ка, если мы туда сейчас пойдем. Так, а как мне туда попасть, интересно? А мне говорят, что симбионы друзья. Ну, не знаю. Ну-ка, если поплыву в обратку. Что будет? А, я уж там глядел. Ай, подожди. Видимо, эти пузыри не просто так. Не просто так. Светит.
А, тут я не собрал. Понятно. А может вниз надо плыть? А. Понял. Давайте все красный соберем. Что потом будет? Красные монеты. Порыбачим. Вот пурпурный еж. Да, не надо мне его. Плывет вверх, вниз, вверх, вниз. Пролез? Однако-то. Что-то проморгнул. Моргнуло что-то. О! Смотрите, может там еще есть красные монеты. Пойду погляжу еще. Тут же не просто так красные монеты разбросаны.
Ребят, подождите пару минут, мне надо. А то мне сейчас там надо помочь, а кому же попросили. Так, неловко сложилось просто. Не волнуйтесь, сейчас я приду. Так, я вернулся. Сейчас мы продолжим. Тогда сейчас вот этот
Мы пока Юшу бросим. Тогда вот это будем закончить, тогда можно сказать, четвертую часть закончим прохождение. Будь здоров. Да, спасибо. Спасибо за комплимент. Так, что у нас там дальше на следующий? Ну ладно, ребят, на сегодня пока хватит прохождения. Следующий, ожидайте пятую часть прохождения Super Mario Bros. X. Подписывайтесь на канал BaroJumpers, на стримы. Ну и BG стримы ВКонтакте. Все, с вами был Рамон Юстри. До следующей части. Всем пока.